Ой, не могу, как
уже сверху появится. Там пишет только, что кто-то подключился. Ремница, чё? Да, ты шо, ты её не ловишь.
Лиза, поздравляем, наконец-то вы достигли. Третья выставка вообще. Молодцы, ты же хотела. Бестов идешь? Да. Next Best Superstar. Посмотрим, оправдают или нет. Не бойся. Вас поздравляем с шикарным. Я пойду посмотрю. У меня мама первый раз в Ярославле летала. Вообще, летела. Она потом дома рассказывает. А сам там? Игрушка. Смотри, смотри, увидела. Игрушка. Все? Ты нацелилась? Внимание, вы так в один питомник приехали, была игрушка пищалка. Там один пес ее увидел, вот он от меня вообще не отходил. Пока он ее не сожрал, он так и не отошел. Thank you.
так и будет. Я художник, я так вижу. Вывести в ринг собак, юниоров. Thank you.
зачем он спросил? Сколько еще осталось? А все, сейчас бис будет. Голову-то можно и здесь. Не надо. Это мальчик. Не надо.
Вот видишь? Сейчас начнется заключительный тест самых лучших собак нашей выставки. Но предварительно я очень хочу поблагодарить наших экспертов, уважаемых. Надо было ап и ловить, он был офигел, он туда. Да, подкинулась его.
спасибо, что приехали на нашу выставку. Показали таких красивых, замечательных собак. И сейчас будет самое интересное. Итак, четвертое место. Яг-терьер. Просто постоять. И лучшая собака выставки. Невероятно.